В советское время Примаков руководил службой внешней разведки КГБ, а в декабре 91-го возглавил службу внешней разведки Российской Федерации. Для службы внешней разведки это имя как легенда. Он многое сделал для того, чтобы сохранить разведку для нашей страны. Он глубоко понимал огромную роль разведки как особой сферы государственной деятельности. Завершив службу в разведке, Примаков в 1996 году занял пост министра иностранных дел России. С сентября 98 по май 99 был председателем правительства Российской Федерации. Евгений Примаков скончался в июне 2015 года. В его честь в России уже названы образовательные учреждения, улица и даже ледокол. Два года назад МИД Российской Федерации учредила медаль имени Примакова. Автором мемориальной доски в санатории «Правда» стал известный сочинский скульптор Вячеслав Звонов.